заехал в такое очень интересное место. Плен называется. Это 40 километров от Любека. И до Киля осталось 35. Вот какое-то это курортное место. Очень много тут всяких бабушек ездит. Дедушек на велосипедах с палками ходят. А вон, пожалуйста, он передвигаются. Так что, ну, в общем, как бы солнышко светит. Прям настроение боевое. Наконец-таки вылезло солнце. Стало тепло. Градусов, наверное, 22, может быть, 24. Ну, в общем, жизнь налаживается. Красота. Мой. Вот это я понимаю. Доехал до края земли. Вот это, похоже, центр этого плена. Ну так, прям как будто бы на море, на каком-то, где-то как-то. Прям вот и запах такой морской. Ну вообще кайф. Приятно здесь находиться. Вот такими тропками ведет навигация тоже. Объезжаем автобан. Вот тут и встречные попадаются. Так что... Вонь. Так что нужно осторожно быть. Ибо можно и врезаться нехило. О, вот теперь хорошо. Все. Ехал в Киль. Погода хорошая. По Килю еще мне нужно проехать 6 километров. Море. О-о-о, красота. Доехал я до Северного моря. Ну вот я и в Киле. Заселился в отель. Кайфовый, ну, за 80 евро, понятное дело. Все новое, все кайфовое. Вот. Помылся. И 2,5 километра до старого города. Вот я уже почти дошел. Сел тут на лавочку. И жду своего товарища, которого, наверное, лет 15 как не видел. А то, может, и больше. Сейчас он с работы едет и меня тут заберет. Так что вот. А здесь светит солнышко, красота, где-то плюс 24. Зашел в магазин, купил пожрать на завтра, потому что завтра я буду ночевать в каком-то колхозе. Ну, во Фленсбурге не было мест в отелях. Самый дешевый был за 105 евро. Что-то мне не захотелось за 105 евро снимать комнату. Это отель. Я снял за 17 километров до Фленсбурга за 45 евро такой ферен хаус маленький, 15 квадратных метров, ну, со своей кухней и, в общем, там коровы, лошади у них там, не знаю, там, куры. В общем, по-моему, это какая-то деревня. Ну, решил, что лучше купить на ужин чего-то, ибо там можно ничего и не купить. Вот сейчас купил и сижу, жду карифана. Так что вот в таком красивом месте. Вот. А вот он и карифан, Йохан и Бабай. Сейчас мы к нему по-фулигански перебежим через... По-наглому перебежим через улицу. И пошли все в жопу. Я в отпуске, пошли все на хутор бабочек ловить. Салам алейкум. Обана. Рахматулла.
Привет. Я чемодан снял. Поехали, да я что-то по-хулигански перебежал. Надо же снимать тут все, чтобы это... И это, ну... Ох, красота. Ну, слушай, мы с тобой, наверное, лет 15 не видели, да? Да, ты же машину гнал последний раз. Ну, один на Новый год. Машину я даже гнал? Да. Ой, батюшки. Это было вообще так давно, еще в общежитии в Ливеркузе не жил. Охренеть. Нет. Как нет, когда да? На Новый год мы, я у тебя встречал. Еще Таня была беременна, Джульетта. А потом ты машину гнал, ты еще раз приезжал. Ой, кошмар. На Украинке мы жили. Да, лет 15. Это жопа, блин. Если Джульетте 18, потом... О, года два прошло, ты приезжал. Это вообще жесть. Это не жесть. Как течет время, течет и летит. Если так, мы последний раз виделись, мы последний раз виделись, когда Джульетта еще в животе была, она уже и 18 лет. Да, охренеть. 18. Это тоже морщинистый стал такой. Да, блядь, вот так. Ну так как бы лицо не изменилось, но морщины прибавились. Ну а как ты? И седина. Да, да, как ты хотел. Я хотел, чтобы мы с ними были молодые. Ты же не седой. О, слушай, а хорошо тут у тебя. Да? В такой машине, да. Ну видишь как, я бы тоже купил, у меня ездить на ней некуда. Я хожу пешком и на велосипеде постоянно. Блядь, ты таксистом работаешь, куда тебе? Ой, не, мне я вот, когда я выходной, мне вообще, я пешком походить там это самое. А мне наоборот, после работы. Ну понятно. И где-то полежать, посидеть, блядь. Да. Ну классно. Сейчас едем домой. Так, ну ладно, заканчиваю снимать, а потом еще посмотрим чего-нибудь. Ну хоть подмигни их. Так, вот приехали мы. Ки-си. Ну что, заходим или ты хочешь покурить? Нет. Вот главный вокзал. Киля. Чайки оборзевшие. Вольная вещь. Флаг, правда, да. Ну, а, ну да. Сейчас, же... сейчас везде. Национальный флаг. Ну да. А, там мне, в принципе, по барабану. Да, с этими нет. Радужными флагами. Флагами? Нет, пускай что хотят, то и делают. Ты же потом будешь выкладывать. Ну да. Вон бомжи. Где? Да. Слышишь? Вот эти бомжи по сравнению с Гамбургом, это вообще просто... Там прям вообще бомж на бомжей и бомжом погоняет. Да? Вот бабушка сама с собой разговаривает. Прикольно. Вот, сними часы, там банков. Ага. Ну, 20 минут седьмого. Да? Коллеги, таксисты. Через 10 минут будем на месте. Серьезно? Так долго идти? Так мы идем еще здесь. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, цены. 0,2, 2,50, 0,4, 4,30. Это получается, слушай, ну 70 центов экономишь, ну лучше 0,4. А если они нам 0,8 есть, принесут. Ты будешь это есть? Я не знаю, сейчас посмотрим, что нам придет сейчас, скажет. Вот такая у нас местная богадельня. О, забегал. У меня тоже такой звук. Ну вот так вот. Сейчас посмотрим, чем нас порадует. Оп, слышишь, пошла. Раз, два, три. Все, уже так, снова. Ну что, ну давай. Давай, за встречу. За встречу. 20 лет спустя. Как это самый мушкетерик, что ли? Ну да. Вот пришли на пасашок. У нас тут времени уже 9. Пришли тут, заказали пиво. Саня что-то боится, себе маску натягивает тут люди. Да это ж голландский мы такой. Да, да, да. Садись напротив. А ты пойдешь в туалет? Куда? В туалет? Да сейчас пока нет. Вот мы тут в порту Килевском. О, уже стемнело. Да. Так ты меня снимаешь? Что? Ну тебя пока, да. Сейчас все себя. Вот мы еще решили попил. Да. Просто легкие напитки за рулем. Да. Саня за рулем, а я пешком, как обычно. Ну как, пиво? Ну так вроде вкус есть, ничего. Сегодня 9 часов, 5 минут 10. Выехал я, вышел только что и поехал из отеля.
Ну и сегодня по навигации 90 километров. Это мой рекордный маршрут. Я еще столько никогда не ездил. Ну посмотрим, как это все осилю. Ладно, потихонечку думаю, что все будет нормально. Ох, все, едем в сторону датской границы. Сегодня последняя ночевка в Германии. Стоим на красном. Велосипеды есть, значит, есть светофоры для велосипедов. Вот так. Эх, давай уже зеленый. О, поехали.